Юридическая прачечная. Валерий Дмитриевич, считаете ли вы нормальным, если я снял ролик с критикой вашей программы ЖКХ, выложил у себя и предложил вашим адептам посмотреть, но меня блокировали в ВК? Критику не принимаете? Юридическая прачечная. Конечно же, я принимаю критику, хотя она мне не всегда нравится. Ну, критику, а не огульное хайвание, и не бред, и не брань, и не оскорбление. Вот что я принимаю. А что касается того, кто вас забанил, обращайтесь к тем, кто вас забанил. Вы прекрасно знаете, что действуют следующие правила. Мой аккаунт – мое правило. Люди не хотят, возможно, чтобы ваш ролик у них появлялся.